Воскресный вечер для любителей музыки будет наполнен произведениями русских композиторов второй половины XIX века. Известное творческое объединение под названием «Могучая кучка» явило миру опережающие время шедевры. Музыкальные узоры той эпохи были фантазийными, но формы их оставались классическими. Это и опера «Князь Игорь» Александра Бородина и симфоническая картина «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского. Николай Римский-Корсаков также полюбился и публике, и музыкантам мировых оркестров. Испанская каприччо и Шахерезада, величайшие композиторы нашей современности, в этой программе и Римский-Корсаков, да. И будет шикарная, замечательная, интересная программа, поэтому я приглашаю новых жителей Ульяновска, которые никогда не были на концерты, стать нашими поклонниками и слушателями нашего замечательного симфонического оркестра. А тех постоянных слушателей, которые приходят к нам на концерты, я хотел бы поблагодарить от лица всего коллектива. Эдуард Дизюра приехал в Ульяновск из столицы. С нашим оркестром дирижер готовит уже четвертый концерт. Удалось ли им сработаться? Ведь творческий процесс – дело непростое. Вы знаете, у нас практически уже сформирован полный контакт музыкальный, и работать с этим оркестром, я его люблю, я уважаю этот оркестр и получил колоссальное удовольствие в работе с этим оркестром. Через несколько дней музыканты выйдут на сцену с программой под названием «Шедевры русской музыки». Концерт состоится 17 апреля в 17:00 во Дворце творчества детей и молодежи. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.